Я Гермиона Грейнджер. А ты кто? Я Рон Уизли. Мило. А вам пора переодеться в форму. Кажется, мы скоро приедем. Кстати, у тебя грязь возле носа. Ты знаешь, вот здесь. О, нет. Так, расслабься. Она, похоже, чокнута немного. А сейчас я иду спать, пока у вас не появилась идея, как быть убитыми. Или еще хуже, вылететь из школы. Ей надо пересмотреть приоритеты. Так, стоп, стоп, стоп. Ты сейчас выбьешь кому-нибудь глаз. И еще нужно говорить только Левиоса, а не Левиаса. Сама говорю, раз ты такая умная. Давай, давай. Вингардиум Левиоса. Замечательно. Все посмотрите. У мисс Грейнджа... А не Левиаса. Она ночной кошмар, самый настоящий. Неудивительно, что у нее нет друзей. Кажется, она слышала. Что? Что угодно! Быстрей! Рассечь воздух и взмахнуть! Виндардум Левиоса! Счастливого Рождества! Кажется, мы на нее плохо влияем. Я взяла эту книгу для легкого чтения. Это легкое. Он хочет пожертвовать собой. Нет, Рон, должен быть другой путь. Вы хотите, чтобы Снег заполучил философский камень? Никто не спрашивал. Поганая грязнокровка. Ты заплатишь за это, Малфой. Ешь, слизни! Гермиона. Что ж... С возвращением, Гермиона. Рады вас видеть. Кот, тебя обманули! Он больше похож на шерстяную свинью. А ты владелец сварившей старой щетки для обуви. Успокойся же, подмотик. Мальчик еще глупенький. Хорош титан. Египтяне, кстати, кошкам поклоняются. Да, и навозным жукам. Если хочешь знать, меня уже пригласили на бал. Это Гермиона Грейнджер? С Виктором Крамом? Нет, не может этого быть. Ты дружишь с нашим врагом. С врагом, значит? А кто просил у него автограф? Сомневаюсь. Он гораздо старше. Что? Вот значит, что ты думаешь. Да, то и думаю. Может, ты и решение знаешь? Говори. С
следующий раз лучше набери смелости и пригласи меня раньше всех остальных, а не в самую последнюю секунду. У нас в Хогвартсе будет хоть один спокойный год. Нет. Нет. Я тоже так считаю. Ты самый прекрасный человек на Земле. Какая разница? Это ведь так весело, правда? Правила нарушать. Что ты сделал с Гермионой Грейнджер? Бойся. Я легонько. Спасибо, Рональд. Это у тебя эмоциональный диапазон, как у зубочистки. Лошадь, это невежливо. Хагрид, сделай мы что-нибудь. Мы же с тобой говорили, не надо так хватать. Это твой новый друг Гермиона. Лошадь. Я сказал, что хочу съесть каких-нибудь сладостей. Они мне ответили, отвали, и съели все сами. Ты просто умница. Да, бываю иногда. Вот. У тебя зубная паста. Объявится. Прекрати лопать, сколько можно. Например, я чувствую запах скошенной травы, нового пергамента и зубной пасты, мятной. Слушай, тут у тебя... So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. I will always love you. Твой голос, Гермиона. And I wish you joy and happiness. But above all this, I wish you love. Хорошо. Джемпер, я буду скучать.